Прием-прием, друзья! На связи Шадимен, Леди Леска, Люби Кубик и, конечно же, Брок. Добро пожаловать в новый видеоролик, друзья! Сегодня у нас будет битва шахтеров в Майнкрафте. Напомню правила, друзья, у нас есть наша любимая бедроковая коробка, и чем глубже мы покопаемся, тем более крутые предметы мы находим. Сначала обычные сундуки, потом средние контейнеры, но на самом дне у нас находятся самые большие крутые контейнеры, и в конце мы смотрим, кому что попалось. Ну, естественно, во время того, как у нас идет сражение, мы все время друг друга мешаем. Но ты прямо сейчас пиши в комментариях, какой один из этих 5 предметов ты бы хотел себе получить в реальной жизни, только думай очень внимательно, потому что предмет можно забрать будет только один. И потом обязательно ставь лайк под этим роликом, потому что я лайк поставил, Нубик, Брок, Леска все лайк поставили, а вот ты еще не поставил, и жми потом обязательно на красную кнопку подписаться. Ну что же, пойдемте занимать наши шахты. Так, тут моя, это Шеди, это Шеди. Так, инструментики забираю все мои. Так, Нубик перевернутый какой-то, ну в принципе классический Нубик, тут ничего удивительного нет. Так, одни это ноги сюда, торчат, когда и сундук вот открыт. Хотя на самом деле... Я как... Круто, нет, балерина, не потребуется. Так, 3, 2, 1. Let's go, начинаем. Все, погнали. Погнали. Что, балерина? Брок, это балерина. Нубик зашел так далеко, то что уже нашел что-то. Так, ты я что, пока шел, что еще так быстро не нашел, к сожалению, Нубик. Ты прям очень я сильно быстро, конечно, нашел. Я вообще еще только-только начал копать. О, я тоже нашел. Ух ты, что это такое у меня? Почему у меня какой-то странный топорик? Странный топор какой-то нашелся. Я нашел топор войны. О, я вот пока себе еще не нашел. Это круто, я конечно. Вот, знаете, о. Минус за 2, минус 3 делаю. Полезненько, сразу, полезненько, полезненько попадаются вещи. Я смотрю, тут кто-то. Не, Нубик, ой, Леска еще, видимо, не нашла. А я нашел уже 2 сундука, кстати. Не знаю, сколько вы там нашли, но как круто бы это. Я много нашел, что я нашел просто 0. Не досталось, как будто. Леска, ну, помните, в прошлый раз тебе попалась какая-то фигня, то, что ты спавнила много летучих мышей. Сейчас ты, да, тебе да опять эта штука попадется, это будет вообще, конечно, дичь какая-то а, полнейшая. Не надо, пожалуйста, летучих, ведь летучих мышей, кстати, реально не надо. Как-то. Там чуть Майнкрафт да не сломался вообще, потому реально. Что... Так, да, нет, это я выкидывать буду уже отсюда. Но что-то ерунда какая-то. Я, Брок, что там, нормально у тебя все, да? Я поняла, я вообще отлично все прям. У Брока всегда я все поняла, отлично. Короче. А я второй сундук нашел. Ну, я надеюсь, сундуков что мне что-то нет, попадется, а в остальном такое, все отлично. Что-то полезное. Нубик, конечно, о, нет проблем, когда... Когда? Капец. Почему Нубик Кубик продакшн? Ну, а какой у него еще продакшн у Кубика? Ох ты, ее тут. А что мне не коцает? В смысле, у меня топорик. Почему я тебя не могу топориком задевать? Я что-то понять не могу. Че за дела такие вообще? А ты можешь... А вот эти могу бы чуть задевать глубже, вот эти у могу. Меня та же ошибка, я похоже очень поверхностно. А ошибка пришла новичка. Да? Да, реально. Какая? Кто у нас там спрятался? Кто у нас тут спрятался, о, я не понял. Я видел какую-то желтую голову. Ну, опять так что ли? Я только что видел. Выходи, Нубик, на честный ты бой. Куда спрятался-то? Так, кто там уже? Я не спрятался, я копаю. Уже битва началась. Он, знаешь, он что-то такой был-был-был и всплыл потом реально куда-нибудь. Я тебя увидел и всплыл. Ну все. Брок, получается находить у тебя? Так, ага, тут все найдено, видимо, судя по всему. Попробуй чуть глубже. Так, хлебушек. Просто у меня была такая ерунда. Забираю хлебушек. Я слишком высоко. Нормальная глубина это какая у тебя, интересно? О, сундук. О, не забрали сундук. Сундуки такие, пошли. Слушайте, что за пуколка тут мне досталась вообще? Что это такое? Получается? Сейчас это, погодите, мне интересно, как эта пуколка вообще работает на самом деле. Сейчас, так, сейчас, я, по-моему, нашел жилу забрала такую, в которой сейчас сундуки ты как там появляются. Этой пуколкой напукаешь, знаешь, а потом так вынесешь. Да, это может быть такое, это может быть такое. Так, сейчас здесь выходим. Кто-то, Нубик, побудь на нашем месте. О, еще один сундук. Так, это что такое? Ребят, прикиньте, что нашел, зеленый чай нашел. Зеленый чай, это зеленый чай нашел, сейчас пить зеленый чай буду. Ой-ой-ой, он силу дает. Ребята, зеленый чай придает силы. Ты вонючий. Так что это имба. Ах ты же, Нубик, что ты тут бегаешь-то? Он ух ты! А прикинь, у меня, короче, такая штука непонятная, она какой-то одной пулькой, какая, короче, пуляет, и это, получается, вон, вообще... Я выкопался. Нубик какой-то меч хороший нашел. Брок, нашел, нет? А это крутой меч, Нубик, это крутой нету, меч, я потому нашел что это... А меня кто-то... Это меня я. Это я, это я был я. А что такое? А почему мне показано Брок тогда? Брок? Да. В смысле Брок? Что ты... О, Нубик, лови камешек, камешек лови. Смотри, как он летает. Ты видал, как-то камешек летает вообще? Ты отлетел, что ли? Что-то у вас там? Да, реально, как лепешка настоящая, короче, летает этот камешек. Я только нашел, там камушки лежали, ничего нет.
Камушки? А это я. Это я уже положил камушки. Я подменил все. Ты меня второй раз выкидываешь. Куда выкидываешь, в смысле? Я не виноват, что у меня оружие такое сильное. Мне вот на этом уровне прям очень повезло. Я нашел аж ноль. Ноль? Слушай, ноль это прикольно, конечно. Ноль? А что у меня? Подожди, ух ты ж, Леска, ты чё так это там, жесткая такая вообще, ты видел, что понял. Между нами Женя, подожди, можно ты видел, видел? Покажу? Что, между не надо ничего показывать, что ты хочешь показать? Мы по конце так показываем, нубик, что прикольное нашел. Стрелы? Что, стрелы я нашел? Спасибо большое. Отлично испытал, так, конечно. А я нашла сундук. Конечно, мало, у меня половинка сердечка была всего лишь. Так, а это я тебя попала, поэтому, да? Нубик в меня стреляет. А кто меня убил? О, двоих! У меня молот Тора, ребят, у меня молот Тора. Это я, это молот я. Молот Тора, я тогда подальше пошла от тебя, хотя мы и так далеко. Надо испытать взрывную волну. У меня кирка волну. Тора зато. Так, о. Так это же... Вау! Опа, молот Тора сильнее, чем твой меч, Нубик, да? По-моему. Да. По-моему, немного так, посильнее. Так, я кого-то вижу там. Нет, тоже по-другому. А у меня кирка Брока зато. Всё, реально? Так сделаю, кирка Брока. У меня меч Нубика. Кто это, кто это? Это Нубик опять? Это я. Опа. А что-то меня опа, даже да что ж такое-то? Ну, вообще везде просто какой-то, повсюду просто появляется. Я повсюду. Опа. Так, а что-то, насколько глубоко тоже можно копать? Да что такое? Насколько глубоко тоже можно копать? Давайте я сразу до алмаза доберусь еще. Леска просто что-то бегает тут какая-то такая непонятная вся. Зачем ты на меня пришел? Так, я везде хожу. Я везде хожу на самом деле. Вот, как-то так. Так что все нормально. Все нормально, когда продакшн Нубик Кубик. Так что а всё. Как ты взорвала и меня, и Нубика вынесла? Я ничего не выносил никого, это уже Нубик что-то там я химичит. Взорвала. Это уже Нубик что-то химичит. Кого? Там начал. Что, химичит тут? Леска, смотри! Нет у меня. Так, что у нас здесь? Я пошла твои сундуки воровать. Здесь у нас что-то интересненькое получается, намечается. Я пошла за твоими сундучками. Так, так, всё, так, мы... что да у нас здесь на этом уровне? Непонятно. Я не знаю, где мы там что находим, я сам не понимаю, честно говоря, как это везет и не я везет. Я вспомнила, как на корабле опять то же самое. Ой, спасибо, Нубик, что откопал мне золотой контейнер. Так он же откопан был. Откопан? А кто его уже откопал? Кто так вниз спустился уже? Да. Вы реально уже так глубоко? Бро, я золотые начал копать, да. Я кстати, уже слышал то, что кто-то его открывал. Так что, чего вы там скрываетесь? Я ничего не знаю. Я точно слышал то, что его реально кто-то открывал. Я честно по поверхности искала вот эти вот серебристые сундуки. Нет, я уже взяла, что там было. Ах ты ж, сундуки. Нубик, ворует сундуки еще золотые, капец. Раньше всех, не сказал, он спустился вниз утащил. И начал, короче, копать сундуки сразу. Да-да-да-да-да. Нубик, ну ты даешь, конечно, ничего даже не говоришь совсем. Я, походу, стала про, почему я вас всех ловила? Ну да, не по правилам просто играешь. Потому что мне ничего не досталось. Нет, сейчас я вроде тоже дарился, если вы дожил. Нубик просто реально... Я тоже добрался. Нубик, себе помоги лучше. Ты даже не предупредил то, что идешь золотые контейнеры искать. Ты что не сказал-то? А надо что? Конечно, в смысле, мы одновременно должны все это искать. Это как получается? Я нашел золотой контейнер. Я нашла золотой контейнер. Второй уже нашел. Нубик ворует. Он ворует. Он раньше всех начал то окопаться и просто их забирает. Ну ты молодец, конечно. Я нашла. Ну я же первый, я же не вина, что я первый выход нашел. А можно идти-то в итоге, идем или чего? Ну или да, пойдемте, Нубик уже все сломал, так что можно идти искать. О, золотые контейнеры, Брок, ищем на глубине. Все, ищем золотые контейнеры. Че, иди, завали меня. Нет, зачем? Все. Ты мне нужен. Че так? Зачем? В смысле, что за вопрос такой вообще? Вернее, что за просьба такая непонятная, Нубик? Очень странно. Ты так, Нубик, зачем тебе валить? Ты сейчас выйдешь, на кого-нибудь тебя любой завалит. Так, это сюда. Ну, я же сильный. Ты я сейчас конечно, киркой, сильный, да, Нубик. Любого... Конечно, конечно. Так, я, по-моему, вас всех вижу в одной точке. Что вы делаете? Пока что я что-то особо крутого оружия не нашел, честно говоря. Ха-ха-ха. Что ты делаешь? Та-ра-рам. Где там всякие. Нубик, крутые? Ты что съел там? Я что-то не понял. А, нельзя так. Ты что там ешь-то вообще использовать? Что-то не понял, Нубик. Учительские яблоки, я же тебе говорил то, что нельзя кое-что использовать, Нубик. Ты что там используешь вообще? Я что-то не понял. Что не это то? Это не то, что вы думаете. О, хорошо, пока, раз пока, нет, пока, Нубик, полетел, надо, полетел. Надо. Все так, нормально, свет, Нубик, свет, все свет, в порядке. Темнота. Все в порядке, все так, нормально. Погнали дальше. Так, сейчас мы туда, везде, тут, короче, эти штуковины поставим. Слушай, ну я что нечестно? Так вот эти яблоки есть твои какие-то супер непробиваемые, нечестно, Нубик, ты чего? Я тоже никого не вижу. Ты чего мне все заставил? Что, Нубик? Замуровали, замуровали. Мы соревнуемся тут как-никак вообще-то, если ты не забыл. Вот, ты, по-моему, забыл, кстати. Ты мне все заставил.
добавил, я вообще ничего не делал. Ну как у вас поиски-то идут? У меня хорошо. Не, на самом деле плохо, потому что я особо ничего крутого вообще не нашел. Абсолютно. Ага. Абсолютно не нашел. А вы где есть? Вы уже вниз куда-то спустились? Вы уже... Оружие, яблоки. У меня даже оружия-то толком нет вообще. На уровне а чего вы уже собираете? Да куда ты идешь-то ко мне? Кто тут с этим костюмом? Уйди отсюда, Леска, это ты? Кто это? Нет, меня вырубили. Бро какой-то костюм читерский нашел, который использовать нельзя. Какой? Вы уже, оказывается, внизу уже копаетесь. Он нашел читерский костюм, который нельзя использовать, прикинь? Какой? Я не... Я про Брока говорю, я про Брока говорю. Этот костюм использовать нельзя. Я не использую. Ну пусть он возьмет что-то, он там добрался. У меня даже оружия нету. Леска, вали его, вали его, вали его. Не надо, нифига он не читерский. Читерский, смотри, сколько в тебя. Леска, он вообще не пробивается, смотри. Он вообще не пробивается. Он вообще не пробивается. Вы так оружия нет, вы чего? У меня не оружие, одна кирка там, Брока, и все, и больше ничего нет. Так, кто меня завалил, рассказывайте. Да. Короче, все понятно с вами. Просто с вами все понятно. Просто читерюги одни играют, тут и все. Что ты там нашел? А вы сами спустились, и все молча. Типа, вот мы нельзя спускаться, а на самом деле сами спустились и все собрали. А я по такой же тактике, как и Нубик Кубик играю. Я просто спускаюсь и ничего не говорю. Я честно пытался хоть что-то найти, а мы уже внизу где-то там все нашли. Да. Так ты успел взять или нет? Брок, ты успел взять или нет? Ну что-то я... О, у кого миниган? Вы что там, совсем что ли? Это вообще нечестно как-то. Это что за дичь вообще? Почему у вас миниган у всех? Нубик, не поняла, это у тебя? У меня вот нет никакого минигана. Нубик, это у тебя? У нас... да. Так отдай тогда Броку, Нубик, помоги ему. Да не, ладно, чё, я с киркой вполне. Пускай помогает, он говорил, что хочет помочь, вот теперь пускай помогает. Раз он заикнулся, зарёкся, короче, пускай с миниганом тогда не бегает. Так, что у нас здесь? Ой, ребятушки. Я тут говорю про миниган, сам миниган. О, вот так будет лучше. Все, вот так, все нормально, теперь все работает. Так, теперь будет. Вот теперь будет вообще. Сейчас мы посмотрим, кого там что попадется. Вам просто капец. Я потому что вообще уже ничего найти не могу. Где вы там? Давайте, выходите. Так, кто у нас тут стоит? Что? Кто у нас там? Кто у нас там? Так, Нубик, ты где тут? Давай, выходи. Я вот тут есть с топором. Нубик тут бродит, всех валит, короче, жестко прям. Так, а что ты мне все сто раз говоришь? Булыга. А что такое булыжник не ставится? Что за... А что-то я не понял, я нашел закрытую дверь, а она с булыжником. Это прям очень круто. Я что-то... Я вот что-то, знаете, ставлю булыжник, а он не ставится почему-то, я не понимаю, почему. Что тут происходит вообще? Тут вообще всех... Помогите! Там Шадимэн идет! Шадимэн Экзе вышел на охоту. Нубик, давай сюда иди, иди сюда. Где ты тут, Давай, выходи, где тут есть-то? А что такое-то? Блин, дайте мне что-нибудь тоже такое интересное, мощное. Это, наверное, мой был. Привет, Брок, привет. А что-то ерунда какая-то. Так, что, Броку два минигана уже надо отдать, может быть, я не знаю. У тебя какое-то читерское, кстати, у Шейди, на самом деле, читерское оружие. У меня единственное оружие, это эмочка с малым количеством патронов. Какая-то пуколка, которая камешки кидает. У меня ни брони нет, вообще ничего нет, так что все нормально. О, Нубик, привет! Спасибо, что наверх меня перенес, спасибо большое. Так, Нубик еще читерит, короче, использует телепорты, прикиньте, правила нарушает. Я тут копаюсь, честно, и все вообще тут нашла. У меня все нормально. Я еще думаю, кого попадет вот мой этот с булыжником, я там пошутила. Так, а я везде булыжник в каждой сундуке уже там раскладываю. Я заблудился тут, честно говоря. Нет, я еще завалила. А что ты за мной-то бегаешь, Нубик? Что ты тут думаешь, что я не слышу тебя? Я не за тобой, я шел просто туда, куда ты. Шел и пошел. А вы же все, что-то я никого найти не могу. Шел, пирожок наш. Ну я не знаю, тут где-то копаю, я пока. Привет, Брок. Вот у тебя точно читерское оружие. Как дела? Слушайте, у меня такое ощущение, что мы перерыли тут все, что могли просто. Я тоже так думаю. Извини, пожалуйста, то, что я закричал. Нубик, я уже иду за тобой. Ничего страшного. Так, а что такое-то? Ну, у тебя бесконтрольное поведение. Вот Чайди точно что-то начитерил там. У меня ничего, в смысле? У меня вот, я тебе говорю, у меня оружия толком-то нет. Самое вот миниганчик, это единственное, что есть. Я выстрелить не успеваю. Я не знаю, я, честно говоря, без понятия, как оно так. Вот видишь, ты меня убиваешь. Привет, Нубик, привет. Че, не спрятался от меня, да? Я реально себя Шадимэном Экзе каким-то чувствую сейчас. Они тут что-то закопали, все, что они тут сделали вообще, не понимаю. Я просто боюсь тебя. Вот это правильно, тут правильно. Где так, вы? Что у меня тут еще есть? О, Леск, привет. Хэдшот, ты что, отравил меня какой-то пуколкой своей зеленой химической. О, кстати, зеленый чай лечит. У него что-то вообще неравные. Вот мне кажется, он что-то там
Что? Заварил себе? Каких-то там чай с яблоками. Я не знаю, Нубик, ты можешь только случайно попасться мне на глаза, и все, я специально ни за кем не иду. А сколько мы алмазных контейнеров вообще нашли, кстати, вот, реально? Я не знаю, я не считал, я вообще не считал. А еще ниже есть контейнеры? Нет, тут уже все, тут уже конец, короче, идет бедроков. И что это такое? Вот ты меня раз и сразу убиваешь. Я не знаю, все достаточно долго идет. Слушай, он ой, еще и Нубика поймал. У него миниган, у него миниган, по-моему. Ну да, я сказал, у меня миниган, да, я не скрываю это, я об этом сразу сказал. Я в него стреляю. Брока дать, мне же был тоже. Вот смотри, вот я в него стреляю, но вот и что, вот он меня, как сказать... Да, та же ерунда происходит. Что? Я его даже убить не могу. В смысле, вот, все, в чем-то читерство. Это яблоки железные у меня. Железные яблоки, он, не алмазные, железные. А он трубу поднимает и все, считай, капец. Какую трубу что еще? Он поднимает? А ты с черной трубой с какой-то ходишь. Это миниган. Нет, у меня тоже какая-то труба есть, но она что-то так хорошо, как у него не действует. Он меня сразу убивает, а я его... Потому что это профессиональный миниган просто-напросто. Леска, привет, привет. Ты меня знаешь, как какой-то явно... Он меня в стену впечатал, прям да, это точно. Леска в стенку впечатала и с другой стороны вылетела. Я тебя боюсь. Я тоже тебя боюсь. Ой. Привет. Испугался нормально. Так, ладно, пойдемте подниматься, наверное, наверх. Надо уже потихоньку заканчивать. Пойдемте посмотрим, что кому попалось. А что вообще попалось? Какие-нибудь машины крутые, там еще что-нибудь было? Какие машины? Я только... Давайте посмотрим. Вот смотрите, у нас лежат сундуки, и давайте каждый сейчас возле своей шахты положит свои вещи в сундук, и мы посмотрим, кому реально что попалось, какие предметы вообще крутые, не крутые. Так, сейчас я тут поднимаюсь, тут у меня какое-то время еще займет. Так, как мне сюда подняться? Так, а у меня-то как время, сколько времени займет так, подняться? Так, сюда, все готово. Брок, я тебе могу помочь, в принципе, если ты скажешь, где ты. Да. Тебя по-быстрому поднять. Спасибо, конечно. Так. Я готова. Сейчас, я не могу. А нет, я вроде как... Опа, все, поставил, я вылез, я вылез. Спецкрюк есть. Так. А что поставили тут эти телепорты какие-то? Так, сейчас мы это дело перенесем. Так, смотрите, кладу. Боеприпасы можете не класть, только вещи. Вот, которые прям крутые ваши, можете положить. А, да, боеприпасы не кладу. Так. Ну и в принципе-то все. Ты чё, Леска, не надо сейчас только взрывать, не надо сейчас взрывать, мы вещи смотрим. Ладно, это мне попалось, я кладу. Капец, ты чё? Сундук положи. Знаешь, когда кошка мышки приносит, мышку, точнее, хозяину, вот я тоже самое. Сундук да? Лучше положи, Брок, ты вижу, где? А чё... Я тут на подходе. Ладно. На подходе на кого-то. Давай, мы тебя ждем. Так, Нубик, ты то положил вещи? Ну что, в основном оружка, вот такие так, штуковины, ух ты, короче. Прикольно, слушай. Так, что у Лески? Так, что у меня еще? Леска, давай посмотрим, что у тебя. Слушайте, а у Лески прям, по-моему, самые... А вот хотя, я. Знаете, у всех так, плюс-минус. Не особо много, не, я бы не... Брок, клади все, что много. Ты нашел. А я вот боеприпасы можешь нашел, не класть. А вот это, конечно, зря. Мы сейчас вещи оцениваем. А давай-ка я их тогда сейчас... Как их там... О, вот жди, и все, вот, готово. Вот, знаешь, у тебя как это, дворник выбирает вот этот пылесос в обратную сторону. У тебя так мы куда складываем? Листья дуют наружу. Боеприпасы не надо класть, бро. Сундучок. А мне особо ничего не попало. А мне не попало, смотрите ко мне. Смотрите мой сундук. Вот все мои вещи, все. Ну у тебя прикольно. О, у тебя зеленый чай. А вот зеленый чай. Зеленый чай, он силу дает. Да. Я попробую. То есть смотрите, вот это все, что есть. 8 слотов. Ну, я не считаю боеприпасы. Так, что у Нубика? Смотрите, у Нубика сюрикены, получается, Леона. Крутой меч. Получается, дробаш прикольный, лук, посмотрим, лук со стрелами с мгновенным уроном. О, гранатки, да, это классно. Гранатки, так, у Брока чё? Вот у Брока, смотрите, короче, самые имбовые вещи, по-моему. Ну, миниган ему, конечно, помогли найти, а так вот цветочек, это самое крутое вообще. Это вообще прям... Так, и у Лески. Без него бы я не справился. И у Лески вот такие вот вещи попались, в общем, я даже не знаю, у кого самые крутые. Вот, мне кажется... У всех есть что-то такое мощное. У всех что-то крутое и не крутое, да? Одновременно, да. И особенное. Так, у меня две стрелы еще торчат. В общем, друзья, ну что же, у нас вот такие сегодня вещи попались. Пишите в комментариях, как вы думаете, у кого вещи сегодня самые крутые и самые прикольные, либо же вам понравились больше всего. Ну, на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Всем счастливо.